Мне очень нравится здание в таком стиле. Смотрите, это просто произведение искусства. Я покажу вам двор. Велосипеды, мусор, а там дальше можно посидеть, отдохнуть. Доброе утро! Первым делом мы идем в музей ГДР. Ну и пока дорога длинная ведет нас к метро, я хотела бы рассказать вообще о тотальной экономии, которая просто вот все, 2 дня, и у меня уже болит душа. Первое. В хостеле очень холодно. Просто у меня синеют ногти от холода. Второе. Там какие-то просто допотопная техника. Вот фен, он не дует, он, я даже не знаю, как это можно описать, он вообще никак не сушит волосы, поэтому я хожу уже второй день пушистая. Третье. Нерабочий интернет. И плюс еще ограничение на скорость, потому что вот, например, в нашей комнате интернет вообще практически не ловит, даже не то что с компьютера, с телефона. Но даже на первом этаже, где, как нам сказали, хороший роутер стоит, идет ограничение по скорости, и я даже не могу в новостях короткий минутный ролик посмотреть. Вышли из метро, и вот какую красоту мы видим. Снова кафедральный собор, чем-то напоминающий Исаакий. Я представляю, как повезло тем людям, которые живут здесь, пьют утром кофе и из окна созерцают вот этот прекрасный вид. Много старичков, много русских и много мигрантов. Именно так можно охарактеризовать Берлин. И вот смотрите, я знаю, от кого эта защита. На этом макете показано, как была устроена Берлинская стена. Как раз здесь Западный Берлин, а то стена, башня. Как много людей хочет узнать о ГДР? Даже поразительно немного. Вот такую красоту власти ГДР построили вместо Берлинского дворца, который, в принципе, можно было еще восстановить. Вот здесь тоже есть макет. Ну, вы представляете примерно, как оно может выглядеть. И это здание стало символом ГДР. Ну и насчет телебашни вы наверняка знаете. Это талончики для общественного транспорта. Так называемый социальный контроль. Заходишь и отрываешь себе талончик. Смотрите, сколько себе Леша талончиков набрал. Просто про запас. Все, ты теперь не заяц. А тут, кстати, стоит еще трабант. И они сделали еще имитацию поездки с помощью проектора, и дети просто в восторге. Вы такой могли видеть в Мементо парке. Посмотрите мой лонгрид в Венгрии, если еще и не видели. Здесь экспозиция, посвященная автомобилям. И, как видите, вот светофор с такими значками. Это то, что было типично для ГДР, но сейчас новые даже светофоры стилизуют вот так. И они есть даже в Западном Берлине.
как здесь круто все оформлено. Стенды в виде панельных домов. И вот видите, здесь про кофе написано. И можно засунуть руку, вот тем, кому не страшно, и потрогать кофейные зерна. Да, и тут заодно есть всякие там кофемолки. Самые богатые страны социалистического блока. Здесь, значит, разные профессии, вот крестьяне, сколько они получали марок, химик, инженер. Ну вот, например, инженер получал 1470 марок, а телевизор стоил 4900. Это компьютер инженерный. Ну и строитель даже, посмотрите, он получал 1370 марок и мог снимать жилье за 109 марок всего лишь. Ну и немного о школе. Смотрите, это реально чья-то тетрадка. 86-й год. Здесь еще есть? Да, надеюсь, здесь будет что-то интересное. География. Ну, видно, что ты отличник, старался. Ну, у социализма, конечно, были и отрицательные стороны. Надеюсь, что Телеграм меня не заблокирует. Короче, 4 из 5 восточных немцев регулярно вот практиковали нудизм и ходили вот так вот на пляж. Только один человек из 5 отвергал подобное. Я примерила каску, конечно, это дополнительная тяжесть на голове, я не знаю. Такое чувство, что я просто с кастрюлей. Но думаю, да, она хорошо защищает. Мой наряд на сегодня. Что, как вы думаете, я буду самой модной на районе, да? Выбираем вообще, как должен выглядеть новый социалистический человек. Вот, с лицом и волосами определились, и сейчас не можем понять, какую одежду. Наверное, ну явно не это, да? Так. И это правильный ответ. Так, ну точно не мини-юбка. Так. Ну, слушайте, просто нам везет. Идеальный вариант просто. О, что у нас сегодня на ужин? Напитки хочу. Так. В чем проблема? Ну что, начинаем с ваших трендов восточной Германии. Добро пожаловать в гостиную.
И снова здесь такое классное окно. Они мне так нравятся. Вообще, я просто залипла, когда впервые увидела его. Коротко о том, как я вчера вносила финальную правку в диплом. Все, сломалось. Что делать? Внутри кафедрального храма. Это оригинал сочинения Лютера, 1537 год. Это реконструкция облика Баха. Вот так он выглядел в жизни. Мы на вершине кафедрального собора. Посмотрите, какая отсюда открывается панорама. К чекпоинту Шарли, и здесь находится фрагмент Берлинской стены. Можно его рассмотреть внимательнее, вот какой он толщины, сама стена, собственно, с ладони. Ну и здесь, собственно, есть экспозиция, посвященная Берлинской стене. Только вышли из музея Берлинской стены. Кстати, сзади меня фрагмент стены, можете обратить внимание. В общем, настоятельно не рекомендуем этот музей, потому что, ну, во-первых, там завышены цены, цена-качество вообще просто разительно не сходится. Во-вторых, он очень ангажированный, там много пропаганды, причем, ну, понятно, что не в нашу сторону. Вот. Ну и в-третьих, само оформление и сама экспозиция, она небольшая, довольно скучноватая для музея, и, ну, это не стоит того. Можно, в принципе, не ходить в этот музей и остаться при своих каких-то впечатлениях и ничего не потерять. Только посмотрите, что висит на музее Берлинской стены.